плюшки. А плюшка очень простая, много рассказывать не буду. Плюшка называется «Ощущение», то есть магическая практика на восприятие образов. Я вам дал 10 картинок художников-абстракционистов. Что вам нужно сделать? Вам нужно внимательно рассмотреть эту картинку. Внимательно. Все детали, там птички, вот как мы здесь видим, коня можем видеть. Уздечку там, художник, который рисует, там еще какая-то голова, а там то ли дельфин, то ли что. Вот это все внимательно рассмотрели. Можете смотреть на картинку сколько вы хотите. Но следующий шаг, который вы должны сделать, это вы закрываете глаза и отключаете внутренний диалог. А внутренний диалог мы с вами потренировались на предыдущей магической практике. Отключили диалог. Получается у вас на 15 секунд его отключить или на 5 секунд? Отключаете. Дальше вы уму не даете говорить. И вот этот момент отключенного ума вы фиксируете свои ощущения. То есть какие ощущения, что на уровне интуиции вы воспринимаете в образе этой картины. Не в образе какого-то конкретного фрагмента этой картины. А какие ощущения? Притом так, чтобы вы мне не писали по каждой картине целые тексты, потому что тексты мне не надо, а мне нужно ваши ощущения. Это упражнение не обязательное. Вы можете его игнорировать. Но если вы хотите, чтобы я вам мог помочь в магической практике, задание будет необязательное упражнение, которое надо выполнить по магической практике. Напишите мне двумя, максимум тремя словами, которые бы выражало ваше ощущение. Можно одним словом. Не больше трех слов, которые выражают ваше ощущение. Если мне будет непонятно ваше ощущение по каждой из картинки, я переспрошу. У вас есть 10 картинок, вот номер. Они у вас есть в задании. Каждую картинку посмотрели, рассмотрели все образы, все, закрыли глаза, отключили внутренний диалог. То есть вы не должны думать, и в этот момент вам придут ощущения или восприятие образов. Такое ощущение. Выразите его в двух словах, максимум в трех. Вот эти картинки, вот такого аллегоричного характера, экспрессионисты. Вроде бы нету какого-то такого четкого понимания или объяснения. Вот они абстрактные такие вот. Есть приятные картинки, есть непонятные. Могу только сказать, это сны художников. Художники описывали свои сны. Вот. Не надо логически рассуждать об этой картине. Я вас прошу. Не надо включать свой ум. Нужно обязательно сделать так, чтобы вы эти картины почувствовали. Нужно тренировать свои ощущения. Я, кстати, хочу сказать, что вот этот тренинг вам поможет лучше запоминать ваши сны именно на ощущении восприятия образов. Практика рассчитана на ощущение восприятия образов. Что делаем? Как всегда, делаем все то же самое, что мы и делали раньше. Режем руну феха, одеваем на себя в районе солнечного сплетения. Носим до воскресенья, примерно до воскресенья. Воскресенье можете снять. Нужно хотя бы 6-7 дней поносить. Я понимаю, что сегодня вы ее не вырежете. Вы будете вырезать ее завтра, например. Или вы будете вырезать ее сегодня утром. Как у вас получается? Вам нужно примерно 6-7 дней поносить эту руну. Дальше. Вырезаем 20 карточек. Вы увидели, что там 20 аспектов. 4 проявленные активные, 4 непроявленные неактивные и так далее. То есть переносим 20 аспектов проявления руны Феха, я, видите, я не исправил. Руны Урус, друзья, руны Урус.
пожалуйста, руны Урус. Я исправлю это. И здесь руна Феха, ошибка. Но Урус, вы меня поняли. Вы уже как бы свои, поэтому мне простите. А те, кто будут дальше слушать, я не исправил ошибку. Ну, будем считать, что это определенная моя невнимательность и естественность. Перенесем это на естественность. Ну, не исправим. Ну и, соответственно, следующее, что медитируем на все 20 аспектов по очереди перед сном и после пробуждения. Перебираем карточки, останавливая взгляд на 5 секунд. Значит, вам уже, если по 5 секунд, вам понадобится 100 секунд или полторы, грубо говоря, минуты, ну, 2 минуты на перебор карточек. Эти делаем перед сном и после пробуждения. Вот все, слайды закончились. Я ошибочки сейчас на презентации поубираю. Видео они, видать, останутся. Но я думаю, что это не такие уже серьезные ошибки. Главное другое. Главное, чтобы вы прочувствовали, как работает руна Урус. Ощутили в своей жизни. Особенно запоминайте яркие аспекты проявления руны в своей жизни. Следите за снами. Все то, что будет очень ярким и даже не ярким, даже знаковым, все фиксируйте в свою книгу теней. Жду от вас работ. Всех благ вам, удачи, да пребудут с вами боги. Всего доброго.